Назовем сегодняшний ролик «Комплектация Adobe Photoshop дополнительными инструментами и средствами». О чем именно я говорю? Сегодня мы будем добавлять шрифты, кисти, узоры, фигуры и так далее в Adobe Photoshop CS 6. Я покажу простейший метод, как это можно сделать. Перейдем непосредственно к установке дополнений. Первое, что вам нужно сделать, это найти данные дополнения. Я рекомендую вам посетить сайт Photoshop Master. Здесь огромное количество различных дополнений. Все, что нужно, здесь вы найдете. От кистей и до различных текстур. Я уже скачал некоторые нужные дополнения. Это шрифты, кисти, узоры, фигуры и градиенты. Первое, с чего мы начнем, это установка шрифта. Для установки шрифта сама программа Adobe Photoshop нам пока что не понадобится. Можно даже ее закрыть. Находим необходимый шрифт. Открываем его. И нажимаем кнопочку «Установить». Это самый простейший метод установки шрифта. После чего во всех программах, в том числе и Adobe Photoshop, появится данный шрифт. Вы запомнили, как называется установленный нами шрифт? Ищем его в списке, выбираем, далее разберемся с установкой других дополнений, таких как кисти, к примеру. Есть два способа. Первый – это добавление дополнений с помощью наборов. Нажимаем «Редактирование» в панели меню. Наборы, управление наборами. И здесь выбираем, какой набор мы хотим добавить. К примеру, кисти. Нажимаем кнопку «Загрузить» и ищем наши кисти в определенном формате. Этот формат называется ABR. В таком формате можно добавлять кисти. Загружаем. И можем заметить, что у нас появились кисти «Огонь». Нажимаем «Готово». Далее добавим узоры, также с помощью наборов. Выбираем «Узоры», «Загрузить». Вот такой формат имеет узоры. Это формат PAD. Нажмем «Загрузить». Мы заметили, что у нас появились новые узоры. Так скажем, деревянные. С деревянной текстурой. Давайте продолжим. И теперь мы добавим градиенты. Нажимаем «Загрузить». Здесь тоже определенный формат. Вы, должно быть, заметили, что каждый из типов дополнений, к примеру, кисти, градиенты, узоры, имеют различный формат. Именно такие форматы и нужно загружать в соответствии с типом дополнения. То есть градиент в нашем случае имеет GRD формат. Выбираем и загружаем. Вот такое количество градиентов ярких у нас появилось. Ну и еще одно дополнение, которое мы с вами загрузим, это фигуры. Нажимаем «Загрузить». Вот такие вот спортсмены, фигуры у нас появились. Также я вам хотел рассказать еще одном варианте добавления дополнений с помощью самого инструмента.
Для этого нам нужно выбрать сам инструмент. Нажимаем на рабочую область правую кнопку мыши. И видим здесь значок настройки. Нажимаем на него и здесь ищем загрузить. То есть, если мы выбрали кисти, то естественно загрузить кисти. Выбираем в том формате, в котором необходимо файл. И нажимаем загрузить. Также и с фигурами, к примеру. Выбираем произвольная фигура. Настройка. Ищем загрузить фигуры. Выбираем загрузить лесные фигуры, к примеру. Вот такие елки у нас появились. Таким образом, мы с вами загрузили практически все типы дополнений, которые сейчас присутствуют на данный момент в Photoshop. Это и шрифты, и кисти, и так далее. Увидели, какие методы для этого существуют, какие форматы используются. Вот вам кисть в виде домика. Те дополнения, которые сейчас загружал Photoshop, я упакую в архивчик, чтобы вы могли протестировать и попробовать данные методы загрузки дополнений. Все остальное вы найдете на сайте или Google вам в помощь. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.